Это не картинка из фильмов ужасов и не антураж после бомбежки. Это фонарь. Территория между домами на Княжеской 33Б и домом на Пастера, который выходит на Конную. Это соседние дома с домом на Торговой, который обрушился около месяца назад. И здесь люди постоянно пишут жалобы в различные инстанции о том, что в их домах трещины и дома являются аварийными. Что уж говорить, прямо здесь находится люк в канализацию. Канализация постоянно размывает фундамент. И мы своими глазами видели, что в подвале уже трещина длиной больше 2 метров. Житель дома номер 33Б по Княжеской Руслан Подобный написал десятки обращений в ЖЭК, мэрию и другие службы. Он заводит нас в подвал, куда коммунальщики заходить боятся. Никогда никакой ЖЭК. А здесь выхода в катакомбы нету как-то отсюда, через подвал? Вот, паутина аккуратно. Вот, да. Все. Так, Костя, аккуратно, паутина, смотри. Это я сделал, чтобы бомжи не лазили, потому что тут и вскрывают сараи у нас, и все, что хотите. Угу. И пожары, и все. Так по поводу катакомб, вы не знаете, здесь нету прохода? Ну у нас там есть провалы. Сейчас покажу. Вот. Замечательный итог этой стройки. Пошла трещина по всему фундаменту. Это мы сейчас находимся под парадной, под лестницей. То есть может лестница рухнуть. Входим жительницы дома Натальи в подъезд и ужасаемся, глядя на трещины на лестнице и потолке. Вот это вот. Мы сами замазали после бомбежки бани. Давно образовались эти трещины вот эти? Ну, как не начали бомбить, а там наверху вообще отпало вот это вот дело. Ого, ничего себе, там связано, да. Если трухнуть. Я же говорю, оно отпало. Ага. А экспертизу вот... дома вы не знаете, проводили вообще или нет? Еще вот никто этого? Не приводил. То есть он не считается аварийным? Вот этот нет. Дом? Нет. И вот еще трещина тоже в доме. Вот трещина. Тут весь дом задолжился. 1-2 человека платят и все. К вам никто ничего не будет делать. А просто подключать всю жизнь ничего не. А вы не знаете, этот дом аварийным не считается? Этот? Я не знаю, считается. Но это надо у инженера спросить, понимаете как? А кто там инженер? И в ЖЭКе. В ЖЭКе, иди в ЖЭКе. Это дом ЖЭКовский, да? Да, ЖЭКовский. А теперь небольшая ретроспектива. В сентябре прошлого года репортер снимал сюжет о доме на Торговой 20. Тогда только сносили советские бани, а люди уже были обеспокоены. Говорили, что дом кренится, писали жалобы. В подвале тоже было сыро, трещин хоть отбавляй. Были и деревянные подпорки для свода. Не меньше проблем и в подвале этого дома. К примеру, вот такая вот простая и незатейливая конструкция из столбов деревьев уже больше 30 лет поддерживает треснувший свод. К жителям не прислушались. 18 мая дом на Торговой рухнул. 32 семьи оказались на улице, 4 квартиры разрушены. Чудом никто не пострадал. Разве что владелица одной из разрушенных квартир Марина не может найти кошку Стеллу и повсюду развешивает объявления. Людям пока оплатили съемное жилье и обещают выплатить компенсации. Застройщик все-таки проявил себя с положительной стороны, несмотря на вот это страшное горе. Мы думали, честно говоря, что он сбежит, и все, мы уже никого не найдем. Нет, он поддерживает с нами связь, он нам помогает и вот обещает компенсировать стоимость вот этого разрушенного жилья. Знаю, что уже 3 договора подписано, уже люди, ну как, они еще не получили деньги, но... Но когда со всеми будут заключены договора, все, путаюсь, ребят, то деньги будут выплачены на счет. Уже открыли счета, те, кто вот должны получить деньги, счета в банке, и потом будут выплачивать, когда все полностью уже подпишут эти договора. По непроверенной информации из наших источников, жителям предлагают выкупить разрушенные квартиры по цене $1000 за квадратный метр. Покупали люди жилье в этом доме дороже. Что будет с квартирами, которые остались в уцелевшей части дома, пока не ясно. Людям сложно даже вынести свои вещи. Мы ходим вместе со спасателями. Нас одних туда не пускают. Особенно вот в мою часть квартиры, там, где получается моя комната, если откроешь дверь, то обрыв. Туда подходить просто нельзя. Там все трещит и может в любой момент обрушиться. Вернемся в подвал соседнего дома на Княжеской. Вот оно, итог катакомбов, то есть как бы это все, вот оно уходит все туда, непонятно, что там внизу, это уже тоже, это не первый год проваливается, я здесь засыпал стройкой тут. А вот смотри, как проседает вот здесь сверху. Тут тоже здесь все это я менял, у нас обвалилась несущая стена, я вот это моя кухня, а я менял балки уже за свой счет, потому что там все. А коммунальщики сюда приходят вообще? Нет, конечно, ну посмотрите, ну какие коммунальщики. Ага. Вот. Тут катастрофа просто. Там течет с канализацией сквозь стены разрушаются. Да, действительно, здесь вот если потрогать, тут влажное очень все.
Руслан живет на первом этаже прямо над подвалом. Он только недавно закончил очередной ремонт, но сырость снова все уничтожает. У нас было заменено трубы АГВ, были старые, они текли. То есть размывался фундамент, балки были гнилые, все это рухнуло. ЖЭК писал, что все хорошо, естественно. Пока это все не рухнуло, не размыто было. И я уже сам после этого сделал вот это все за свой счет, за ремонт полностью. Заменил трубы гнилые с АГВ, заменил балки, заменил полы, стены я переложил. У меня вот такая же дыра была вот здесь под кухней. То есть все просто, ракушняк вывалился. Я его просто тупо сам тоже заменил своими силами. Все. Сейчас аналогичная ситуация здесь. Опять же, там текут трубы в стене. ЖЭК приходил еще с января месяца два раза. Снимали все себе на телефон. Мы им скидывали мастеру на телефон это. Да-да, сделаем, сделаем, сделаем. Но все. Руслан говорит, что на дом конца 19 века постройки нет документов даже в ЖЭКе, причем еще со времен войны. Сейчас у жителей большие долги за коммунальные услуги. Пару лет назад ЖКС Старопортофранковский выиграл сам у себя тендер и взял дом на баланс. Мне прислали в том числе с Приморской районной администрации, что между Приморской райадминистрацией и КПС ЖК Старопортофранковский заключен договор на оказание нам услуг. Минуя нас, минуя нашего согласия, минуя договоров напрямую между мной как потребителем и ЖЭКом. То есть без нас, нас женили. И обязывают нас платить деньги за то, за что не оказывается вообще этому дому никаких услуг. И напоследок местные жители жалуются, что котлован перед разрушенным домом торговой до сих пор не оградили. Дети играются, позовите вот сейчас Таню, охранницу, Таню позовите. Это они играются, будет трагедия. Отсюда чужие выезжают, кто-то упадет. С 18 числа обещают поставить забор. Уже месяц прошел, забора нет. Мы продолжим следить за событиями в разрушающемся историческом центре Одессы. Дмитрий Богомолов, Константин Нищерет, телеканал «Репортер». Начинает скидывать на меня, грубо говоря, на собственника дома. Я типа сделал пристройку.